откуда идея, откуда ноги. Еще несколько лет назад было нереально, а сейчас мы находимся в этом здании, увидите это здание, этот снимок. Сейчас это реально и в Яндексе, и в Гугле. Но хочется больше. А что хочется? Хочется картинку уже в реальном времени. И как это можно получить? Ну, конечно, можно запустить там спутник, который будет все это показывать, но это нереально. По крайней мере, для меня. А что, если разместить кучу камер по городу, и все это в режиме реального времени можно любую точку посмотреть. То есть мой ребенок вышел куда-то, я могу проследить по веб-камерам, переключаясь с одной на другую, как он спокойно дошел до определенного пункта. Но для меня это тоже нереально, у меня столько денег нет. И тогда озвученная идея на прошлой поляне притащить готовый инструмент в наш город. Такой из разных готовых инструментов больше всего подходили пробки закон, который уже запущен, действует в Москве. И я связался с ребятами, они дали добро. Сейчас в Чебоксарах действует. Первая камера была запущена на прошлой неделе, на этой неделе подключена вторая камера. Немножко об этом проекте. Плюс для нас, что ребята дают бесплатно веб-камеры. Если эти веб-камеры выходят на город. Также с ними достигнут договоренность, что они разработают социальный инструмент для других камер, если эти камеры смотрят не на улицу, а, допустим, во двор. И, грубо говоря, можно там скинуться. То есть человек готов поставить эту веб-камеру себе в квартире, которая будет показывать двор, но у него нет денег по какой-то причине. Там. Камера стоит, допустим, 500 рублей или 700 рублей. Другие готовы скинуться, соседи. Они скидываются, камера ставится. Вот, в принципе, все. Основная идея я хочу донести не столько про этот проект, а сколько в целом. Зачем изобретать велосипед? Можно на нем ездить.